Сегодня вечером ты ляжешь в постель, а у тебя подтамолочка что-то мягкое. Отложишь свою какаху в постель, я тебя обрею, понял? Мое это несерьезно. Я возьму у Дракса. Енот-ракета, несмотря на свои скромные размеры, является без сомнения самым дерзким из всех Стражей Галактики. Предлагаю вам сегодня вспомнить 10 крутых сцен с этим полюбившимся всем персонажем. И начнет у нас сцена, в которой ракета вместе с Грутом, Гаморой и Квиллом загремели в тюрьму. Здесь енот вместе со своим напарником сразу же показывают, кто тут главный. Гуманоид своими ветками поднимает за ноздри самого борзого заключенного, а ракета в это время объясняет всем, что теперь любой вопрос решается только через них. Давайте кое-что уточним! Все вопросы решаются через нас! Я с ними!